Добрый день! Вас приветствует любимая компания «Электромотор». Предлагаем вашему вниманию дренажно-фекальный насос от торговой марки «Спрут». Здесь представлена моделька «Спрут V1300D». D – это у нас с магнитным поплавком. Компания «Электромотор». Дренажные насосы Спрут предназначены для откачки дренажных сточных вод в домашних условиях, ну также можно на предприятиях. Давайте более подробнее посмотрим, как он выглядит и из чего состоит. Насос Спрут дренажный приходит упакован в картонную коробку. Так он выглядит, красочная картонная коробка. По комплектации, значит, здесь у нас идет паспорт, трос, переходник для шланга. Насос упакован, значит, полиэтиленовый кулек и специальная такие вот вставки пенопласта, в котором он лежит, чтобы не повредить во время транспортировки. Сейчас мы его достанем и более ближе посмотрим, как он выглядит. Насос Спрут состоит из нескольких частей. Значит, сверху у нас находится электродвигатель, на котором есть у нас шильдик, прописаны все характеристики насоса. Насос у нас идет мощностью 1550 Вт. Производит он 12,5 кубов и до 8 метров. Это рабочая точка, максимально до 13 метров подачи. На электродвигателе сверху мы видим чугунную крышку, на которой есть выходы двух кабелей. Значит, один кабель у нас идет на поплавковый выключатель. Поплавковый магнитный выключатель служит для того, чтобы включать и отключать насос по мере наполняемости емкости, в которую вы погружаете насос. То есть поплавочек у нас поднимается, если заполнена емкость, насос включается. Опустился поплавок, насос выключился. То есть вы можете включить насос 220 вольт и не следить за его работой, он работает автоматически. Второй выход кабеля у нас идет на такую пусковую коробочку. Значит, здесь у нас есть кнопочка включения и отключения. Вот она специально спрятана в такую вот резиновую накладочку. Вот. Так это выглядит. Здесь идет у нас кабель в комплекте и вилка 220 вольт. Подключение к обычной розеточке. Значит, что касаемо насосной части. Насосная часть у нас выполнена из чугуна, материал стоит на таких вот ножках. Так выглядит нижняя часть, всасывающая насоса. Здесь находятся у нас ножи режущие и отверстия для всасывания дренажно-фекальных жидкостей. Внутри находятся рабочие колеса. То есть данная моделька идет с измельчителем. Более крупное включение, она измельчается, вы можете откачивать ваши дренажно-фекальные стоки без проблем, не волнуясь, что забьется насосное оборудование. На выходе у нас идет патрубок, он также из чугуна. Выход идет у нас здесь 2 дюйма, 50 миллиметров. Производитель Спрут комплектует вот таким вот переходником с пластика для шланга. То есть здесь у нас идет такая вот елочка, да, мы натягиваем туда шланг, рукав пожарный, кстати, люди некоторые используют 51-й, или же резиновые шланги. То есть в комплектацию идет такой вот переходничок. Шланги и рукава вы также можете купить в нашей компании. Также еще идет трос, на котором подвешивается насос. Ну и для удобства транспортировки есть специальная ручка, которая очень хорошо здесь закреплена на такие вот болты. Часть двигателя у нас нержавейка. Если вы действительно определились, что вам нужна моделька V1300D, такой вот Спрут, вы можете его купить в компании «Электромотор» по телефону 044-530-38 или же заказать в нашем интернет-магазине по кнопочке «Купить». Но позвонив по нашему телефончику, вы всегда имеете возможность сказать кодовое слово «Люблю насосы Спрут» и получить дополнительную скидку от нашего менеджера в 10%. Поэтому смотрите данный видеоролик до конца, услышьте эту фразу, заказывайте у наших менеджеров по телефону. Ну а если же это выходной день или это не рабочее время, заказывайте по кнопочке «Купить». Можете в комментариях пометить, указать также с вашими данными, что вы любите насосы Спрут и получить дополнительную скидку 10%. Контактный телефон 530-38. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».